поднимаемся на Тимиржи, едем по Долгорукам. Итак, мы поднимаемся на Демержи и едем по Долгоруковке. Наш, так сказать, подразделение в составе 6 мотоциклов выдвинулось в расположение, так сказать, неприятеля. Продолжаем движение. Продолжаем движение. Так, пока выключаю, пока не интересно. Ох, какой вид классный, обалденный. Обалдеть. Вот. А второй раз, по-моему, я ее обогнал. Стенка побежала, да? Я ее обогнал, и как поехал, а потом что-то на камень попало. Интересно, я не вот это занос! Это было круто! Вот я только не знаю, снял я тебя или нет. Да. Красным горит? Да. Значит, снял. Валера, ты будешь звездой Ютубы. Сам развернешься? А? Развернешься сам? Сейчас попробую. Нет, сдавай, смотри, четко назад, упрёшься сейчас в канавку вон ту. Давай, толкай. Раз, еще чуть-чуть. Хоп! Блять, еще немножко. Раз. Бля. О, я на нейтралку поставил. Не, теперь садись и выруливаешь на скорости. Валера, так можешь уронить. Сядь на него. О. Да, резина не для дождя. Дождь прошел, все, резины нет, посчитай. Следы, блин.
работай сцеплением, сцеплением. Сцеплением работай. Сцепление выжми и по чуть-чуть сцеплением, как на триале. Вспомни, как на триале. Давай, давай, так и есть. Первую врубай. Не бойся, не бойся, успокойся. Надо тебе что-то делать. Слышь, Валера, спускайся, наверное, чуть-чуть. Во-во-во, разворачивай, разворачивай его. Разворачивай сюда, правильно? Ты давай, давай, влево руль, разворачивай. Руль влево. И назад, да. Руль влево и назад. Блядь, так упадет. Упадет. Это пиздец. Смотри, тебе надо вот так развернуться, Валер. Вот так надо развернуться и съехать сюда где-то приблизительно ко мне. Вот. И начинать выезжать снизу. Потому что так ты не разгонишься.
у тебя резина говно. Либо переть его вверх. Я сейчас попробую туда направо и там посмотрю, там можно заехать или нет. Там, смотри, высокая трава, чтобы не было ям. Езжай ко мне сюда. Вот таким макаром, как я, выезжаю, вот так выезжаю. Вот это да, красиво. Вот красота. Вон Лена Пенка. Давай подождем. На эту гряду переехал. На какую? Ну, даже туда вот. А вот же сейчас вот там где-то, наверное, да, переезд будет. Скорее всего, он, бля, не поднимется. Да не, это скорее всего наверх подняться, потом решить, где дорога. Там уже щебенка пошла, там уже легче. Лишь бы вот этот дождь не достиг бы вас. Не, там переезд вон аж где. Я так понимаю. Это нам надо туда, вон дорога. Да, да, едет.
мафия. Это фотография, чисто. Нет, не надо сюда. Это я заехал чисто по фото. Вон мотоцикл есть, возле него по фото. Остановитесь. Я чисто заехал с фото. Куда Саня поехал? Такое место, потом не сфотаешься. Правильно? Вставай. Обалденное место. Эх. Саня, давай фото. О! А чего не подымемся? Нехер переедь по траве. По траве переедь.
Так, у меня красная горит лампочка. Да. Значит, мы снимаем. Я снимал! Да. Ну что, да, надо вот на ту дорогу выезжать. Тут тропа, как бы. Не будем рисковать. Ну, вернемся там и вот. Классно, да. Это у нас Алушта вон там? Нет, это генеральская деревня. Вот. А, генеральская. Я говорю, здесь вот водопад, не слышишь, где-то вот отсюда он начинается. Ну ладно, немножко. А там видно, да? Так, а мы идем туда. А то все время гнать тоже некрасиво. Ну да, что за херня? Я не в курсе. И воздух какой вообще, блин, класс. Как хорошо, что мы живем в Крыму. Так вот тучка идет на нас, мне не нравится. Прикинь, люди живут в каких-то мегаполисах. Так, а где наша цель? Наша цель? Хер ветер где? Вот она как-то вот она вот как-то вот так вот. Красота какая, а? Так, немножко. Теперь ехать. Это ж тут были партизаны! Да. Смотри, какой костер был хороший, вот, видишь? Да. Я так не понимаю, вот это что, вот это, видишь, такое вскопанное земля? Типа кроты, шмоты что-то. Ну, жмоты, быть. Кроты, блядь. Не, ну столько, смотри, ну как вот, как не любить Крым, да? Да, согласен. Сюда повернитесь. Так, я отключаю. Куда ехать нам, Лена? Нам вниз? За счет того, что вставки стоят, поэтому немножко получилось. Что за вставки? Ну, 3 сантиметровые, вон. Руль выше. Ну, у меня мимо руля они все равно пролетают. Не, потому что у тебя руль назад. У тебя руль вообще, хер ветер. Это, скорее всего, руль от этого. Это я покупал руль сейчас, я вот. Ну, я понял, но это не от мотоцикла. Это, скорее всего, от этого самого. От китайского этого, четырехколесной хуйни. Блять, у меня что-то так гупает сзади, блять, это пиздец. Что оно может гупать, блять? О! Я снял эту, блядь, пиздышек этот номером, блядь. Вот об эту гупает, где номер?
Может быть, да, вибрация. А, во! Самое главное, чтобы железяка была целая, ты понимаешь, какая ситуация? Саш, давай подождем.
берег съехал. Ух ты, бля. Я уже начинаю баловаться, это плохо. Начинается спуск. Достаточно херовый. Но здесь говорят лучше, чем там, где его нет. Если что, технику бросаем. О, видишь? Херовый спуск. Очень херовый спуск. Пусть проедут.
Каменюхи кругом, каменюхи везде, потому что мы едем в русской, так сказать, деревне. Какая свежая лужа! Спуск Дебержи. Это херовый спуск. Херовый спуск. Такой херовый. Поехали, поехали, сэр. Это херовый спуск. Очень херовый. Растянулся ботинок. Как мне везет на эти ботинки. Какое, спор. Подъем, блядь, я испуган.
падла. Блять, забуксовал, представляешь? Вырыло, блядь, яму. Потому что тут на первое надо держать. Первое потихоньку, блядь, оно начало поднимать. А? Ну надо, мне тоже все время с буксами делать. Я думал, блядь, колесо спустить. А тут кинуло потом тебе, да? Да, мне развернуло, кинуло. Так, ты давай, видишь? Иди на ту вон, сторону. Видишь? Я здесь буду поднимать, а ты на ту сторону. Так, ну, нам надо вот так поднять, чтобы, блядь, он боком встал. Он на скорости сейчас. Так. Это он сейчас на аргонном муфте. Значит, смотри. Так, держишь? Держи. Я держу. Так, как его надо, блядь, поставить, чтобы выехать? Ты можешь выехать, выехать тут? Выехать, да. Так, он на первом. Иди. Вот. Не, он на первой. Давай газу, блядь, я тебя подтолкну вперед. Попробуй выехать. Ну смотри, сразу как, говорю, как роет, пиздец. Не, нет. Не. Нет, нет, не спустя. Та-та-ра, 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 та-та-ра. Мы пизду. Пойдем просто ногами. Какая красота! А? Не, ну мне нравится, классно. Фух. Я бы поднялся, я размотал. Он, эта резина хорошая. Для болота. Но она херовая, видишь. Вот видишь, вот у меня она, по-моему, а у меня шире она. Не шире, да? Тебе что тут? У меня 120. А, 120, у меня 110. 120 на 90. Да. 110. Видишь, мне как-то боковые. И она такая, как лодка. Не, гребет она хорошо, но у тебя не зарывается. У меня раз бросила, второй бросила. И развернулась, сука. Она спускаться, она будет спуститься. И вон там вот внизу. И вот так ущелим-ущелим и выходим туда на дорогу. Вот, нам туда и на. Ну, спускаться она будет. Ты когда спускаешься тоже, или на нейтралке катись. Сцепление держи, потому что это и сцепление, и вот это вот. А так нейтралочки себе уже все, упираешься. Тут первая стоит? На нейтралку сейчас. А, ты нейтралку поставил. Ну, лампочка, видишь? Поехали дальше. Да выебывался, видят. Thank you.
размотало там конкретно. А? Меня перевернуло 4 раза через голову. А? Это у меня, да. Я отвечу. Меня перевернуло 4 раза через руль. 8 раз вокруг своей оси. Теперь мы как от чудо будем, да? До колбасы да. Нет. И вон грязь не едем. О, вот и луж-то. Видите, а там и тропинка идет еще. Ленка говорит, она ходила, говорит, смотрите, там что надо переползать пешком. Ну, она пешком ходила. Мы там не будем. Да не, нахер надо. Вон дорога идет хорошая. Со скалы быстро мы фигачим вниз. Потом попадаем на дорогу. Да. Тучка заходила, что ли? Красота. Все нормально. Направо. Давай, поехали. Где мы поднимались, да? В глуши или на нейтралочке? И тормоз там дали.
что там еще хуже будет? Там еще хуже будет? Нихера себе!
включи мотор, мы сейчас спускаться будем. И бензин, и скат вообще потихоньку, потому что и сцепление начинается. Не, я на первое работаю просто. Тут первое, это все равно сцепление у тебя выжато. Не-не-не-не, сцепление работает вместе с тормозами. Я тебе потом покажу, тебе понравится. Не мучаюсь. Нахера, спрашивают. Сцепление переднее надо подрегулировать, что-то оно, блядь, плохо берет. Сцепление и труд, все перетрут. Я слышу, не, бананы ем. Же это самое, балдею от этого низкого. Я ем. Ямахи, блядь. Я от этой низкой Ямахи уже начинаю балдеть, блядь. Я бы уже 5 раз бы упал от нее. Уже 5 раз бы упал, если бы не было, была бы она высокая. Да, меня расколбасило, ты видел как он? Когда выезжали с этой. Когда ты ехал, я видел там какие-то следы, там ты на рай упал. Не, снимают, я не... Он упал почти наверху. Снимают, нет? Да, моргать раз. Куда? На разведку поехал. Он на разведку поехал. А вы за этот куст не говорил я. А? Вот этот? Да. Нет, так а мы же наверху не были. Ну вот надо еще раз спуститься там и... Не, а тут спуск какой? Вообще плохой, да? Ну, машина ездит, да. Мы тогда по сухому здесь спускались, блин, тут ты что? Тут чуть не кончились. Тут ты что? Ну, пойдем, глянем. Шли. Может, у страха, у коньяка глаза велики были, блин? О, смотри, столик. Вот здесь мы, наверное, и заночуем. Ой.